Всем привет, с вами PCFPro, и сегодня покажу мод, который управляет мебель в Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, вот у меня загрузился мир, и как видите, здесь у меня уже стоит техника, а так сказать, мебель. Ну и техника, да. Вот такой стоит ноутбук, который мы можем включить и выключить. Он стоит на таком столике. Можно сказать, даже, ну, столик, короче. Это у нас стульчик, на котором мы можем уютно посидеть, присев точнее. Давайте сейчас включим наш любимый режим от третьего лица, или как все называют, режим селфи. Но, к сожалению, текстуру столика, ой-ой, столика не доделали. Как видите, мы стоим наверху. Вот. Давайте слезем с него. Это у нас такой, так сказать, здесь жарится бургер. Ой. Мясо, стейк, короче, готовится. Готовим стейк. Это у нас холодильник и умывальник. Вот такой холодильник, как видите. В нем даже есть такая прорисовка, как будто он наполовину открыт. Это выглядит прикольно. Дальше идет у нас лизер, который мы можем тоже включить и, так сказать, посмотреть. Здесь у нас стоит DVD. Как вы знаете, в реальной жизни с помощью него можно смотреть диски. Также я забыл сказать вам про такие столики, которые украшают наш дом. Есть такие же фонари, которые включаются и выключаются. Все здесь работает. Очень прикольный мод. Также есть и костер. Вот такой костер, выполнен в таком стиле. Если мы его сломаем, то у нас разлетятся частички костра. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.